Я развожусь. Новая пассия Виторгана сделала заявление. Актриса Нино Ненидзе прокомментировала слухи о своем романе с коллегой по цеху Максимом Виторганом. 27-летняя девушка не понимает, откуда взялись эти сплетни. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого, заявила артистка. Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак Нино Ненидзе и актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была неверна супругу, якобы она состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука, Сергеем. Более того, якобы эта интрижка и стала причиной развода наследника режиссера с супругой Татой Мамиашвили. Об этом сообщает телепрограмма «Про». А накануне в сети появились фото, на которых Нино Ненидзе запечатлена рядом секс с супругом телеведущей Ксении Собчак, Максимом Виторганом. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ на спектакле «Нот». Публикация фотографии из Инстаграм. Отметим, что многие считают Нино и Максима отличной парой. Например, скандальный блогер Лена Мира уверена, что артисты составят отличный союз. И Максим, и Нино воспитаны одинаково. Инфантильные постсоветские мажорики, дети известных актеров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственные ориентиры, сделала вывод обозревательница. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Очень тупой. Британский посол ушел в отставку после нападок Трампа. Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских. Продвигать детей не буду. Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу. Рапунцель дала пинка вернувшемуся в дом 2, Яворову. Названа страшная опасность приступов Ангела Меркель. И многое другое.